Приветствую всех на моем канале, с вами Елена. Сегодня очередной отчет о вышивке, борьба с долгостроями. Хочу сказать, что за эту неделю, в принципе, я хорошо продвинулась. Вышила в этой работе полностью весь месяц. Перешла на апрель. Апрель вот начала уже рамочку с этой стороны вышивать. Это очень легкая работа. Не знаю, почему она мне так долго ждала, стояла. Наверное, потому что я занялась вплотную вязанием. Вот. Но я не забрасываю вязание, конечно же, я вяжу, но мне охота закончить вышивку, чтобы она у меня не стояла. Поэтому те, кто подписан на меня из-за вязания, девочки, не переживайте, я вяжу. Вяжу. Видео будет скоро. Следующая моя работа, которая тоже продвинулась у меня достаточно хорошо. Здесь у меня вышито вот столько примерно. Вот так. В этой работе была только одна проблема. Это в желтом цвете. Я хочу сказать, что, потому что здесь всего примерно 4 цвета желтого только. И поэтому было мне как-то не очень комфортно вышивать этот цвет. А так никаких проблем. Вышивала захлеб. Даже до 2 часов ночи бывало вышивала. А по кошачьему календарю у меня возникла проблема только тогда, когда у меня поломался нитковдеватель. Потому что ниточка шерстяная, и ее вдевать не очень-то удобно без нитковдевателя. Вот. Но этот вопрос сегодня решится, потому что завтра, наверное, скорее всего, решится, потому что я буду в центре и приобрету нитковдеватель. Ну вот, все мои процессы на сегодняшний день. Следующее видео выйдет в следующую пятницу. Это будет уже 19 августа. И также я буду рассказывать вам о том, насколько я продвинулась. Все, девочки. Всем большое спасибо, кто подписывается, кто заходит. За комментарии огромное спасибо. Всем всего хорошего, всего доброго и всем пока-пока.